Но перед началом видеоролика я хочу разыграть данные АК-47 Легиона Анубиса стоимостью 700 рублей. Все, что от тебя требуется, это досмотреть этот видеоролик обязательно до конца, поставить лайк и написать свой комментарий от 4 слов. Просто все максимально изично, доходно. Итоги в следующем видеоролике вполне вероятно ты можешь выиграть, потому что участников не очень много. Приятного просмотра. Здорово, чувачки, с вами Заспа. И в сегодняшнем видеоролике мы залетаем на сайте по названию WildDrop. На балансе у меня 10 500 рублей. Пополнялся, кстати, со своим личным промокодиком, пацаны. Сейчас вам продемонстрирую данный. Промокодик ZAP ZAP дает 40% пополнения баланса. Допустим, 1000 рублей кидаете, 1400 приходит на баланс. Это прям кайф, 400 рублей в халяву себе в кармашек. Выбираем способ пополнения, там киви, карта, крипта. Можно оплатить даже скинами, пацаны. Короче, пацаны, да, перед началом ролика еще хочу всех поздравить с Новым годом, пацаны. Let it go. Короче, 10 тысяч просто без каких-то либо тактик, проверок. Просто покрутим. Просто покрутим, посмотрим, что вообще подает в 2024 году WildDropic. Потому что в 2023 году он меня очень жестко радовал. Я там выводил себе на сумму порядка там 300 тысяч. Поэтому, goddamn, 200, кстати, падает с нулевой. Вот это мои реально любимые. Такого нет ни на одном другом сайте. Вот таких вот систем открытия. Это очень круто. Прикольно смотреть, сидеть. Я иногда даже без записи просто захожу, кручусь. Вообще кайф. ПЖ. Ну, кстати, мы в плюсе здесь. 3500 стоит открытие. Мы уже выбили порядка, наверное, 1005. Да? 5100, отлично. В плюс. Хорошо. 12200 на балике у нас. Отлично. Было 10500 было. Отличненько. Отличненько, гайсики. Так, какой тут мой любимый кейс? Стоп, помню. Давненько я, конечно, не снимал. WildDropic. Какой мой любимый? А, по-моему, кейс майора, да? Два раза давайте. 1400 рублей мы тратим. Получаем, конечно, два замечательных ножа очковые. Чистая вода. Нет? Ну, блин, статрековское говно и по 2000. Сорви голова. Но это не мета. Это не мета кейс. 11400. Хорошо. Поехали серебро. Дальше серебро подрочим, покрутим. Офигенный кейс вообще. Сначала падает вариация кейса, и затем уже дроп из него. Кау. Не знаю, как кейс называется, но... 2500, хорошо. Нет, он всегда окупает, реально. Перчаточный кейс. Из него мы хотим перчаточки. Ну, 282 рубля тоже пойдет. Даст 2. Арабеска золотая, паршу. 1000 рублей. Ну, тут тоже в районе, наверное, пятеро выпадет, да? Оп-оп-оп. Шестера даже, офигеть. Вообще хорошо. Сейчас можем дофармиться за кейса за 20 тысяч рублей. Это будет вообще хорошо. Итого плюсом чистого мы на 3500 получается, да. Да, 3500 за 2 минуты где-то сделали. 604 рубля, хорошо. Дальше синий какой-то кейс, эмки походу или что это. Ничего хорошего из него не падает. Блин, походу это минусовый будет, да? Или порадуешь? Или порадуешь? Не, это минусовое, скорее всего. Ну, подожди. О, хотя в ноль, наверное, да? Горизонт? О, хорошо, 5700. Хорошо, нет, отлично, 5 на 6 тысяч побиваем. Итого у нас уже 16 косарей. Напоминаю, мы заходили с 10 тысячами рублей на сайт Danger Zone, а тут отсюда нам нужен авик. Ну, дикл тоже пойдет, механопушечка, отлично. Wildfire, калаш, топливный инжектор. Это был бы просто гандемчик. Но падает М-ка, блин. Ач, хорошо. Агентик за 300 есть, горизонт. Ач. Блин, поставь что-то хорошее. Перчаточный. Что-то хорошее. Ну, кстати, на 3300. Уже, к сожалению, небольшой неокуп на 200 рублей, на 100 рублей. Но это вообще ничего страшного. Поехали. Еще раз покупаем. Блин, вообще кайфую максимально, пацаны. Напишите в комментариях, вам нравится такая система открытия кейсов или нет. Потому что вот эти уже обычные прокруты, ну, реально приелись на сайтах. Поэтому WildDrop реально красавчики. За 1600, кстати, большая пушка нам падает. Из этого столбика нам только нравится Tech9 Lava. Или как он там, Вулкан? Лава? Шалава? Короче, хоть пойми его. 1600. Нихера, картель по 250. Отлично, прям хороший плюс. 6000. Подожди, а за 20-ку мы не можем открыть? Не можем себе позволить себе за 20-ку ты? А вот 18, да. Пока не можем. Давайте еще. Наверное, с этого раза уже сможем, да? Если сейчас что-то на 6200 падает, то мы идем открывать с вами за 20 тысяч рублей кейс. 2200 с вертига падает. Йоу, goddamn, guys. Вертига? Вертига порадовал. Wildfire, к сожалению, не особо. Это не знаю, как называется кейс. 1200, Сен-Лю чешечка. Годемчик, КС-20 кейс, из него хочется авик Wildfire вытащить. Было бы прям прикольно. О, плюс сот, видели? Выводка, монетка, это плюс сотик сразу, пацаны. Это плюс радость, это плюс чинас. Авик. Ай-яй-яй-яй-яй, 5900, хорошо. Блин, вот с этого раза мы должны, наверное, заходить. А, вот, двадцатка есть, пацаны, делаем? Блин, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий перед открытием этого дикого кейса. Окупимся мы или нет, парни, по вашему мнению. Погнали. Пожалуйста, 20 тысяч рублей на один кейс. Зимний, вернее, весенний, летний. 5400, 5200, 5400, да, Кабусон. Драгонор, пожалуйста. 1700, хорошо. Блин, ну тут на 1000, наверное, 8. Хорошо, перчи 6300 есть.
Делаем дальше. Черный кейс, пожалуйста. Хорошо, 4000 имеется. Блин, ну, кстати, это, походу, плюсовая. Это плюсовая бонуска, парни. Годем плюс. Сюда. Плюс 9000 рублей. Блин. А если до 50 косарей сможем дофармить, интересно или нет? Я бы сейчас, конечно, уже мог выводить. Бля. Обидно деньги такие тратить. 1000... А 13! Чего, блядь? 13? Юспарион, 13 тысяч, это прямо с завода статрек? 4200 калаш картель, по 600 рублей еще навалит. Ой, пацаны. Ай-яй-яй. Пожалуйста, поставь что-то вкусное. И перчатки. Под конец перчатки. Хорошо. Хорошо. 35. Открывали кейс за 20-ку, если что, на секундочку. Продаем. Итого у нас 45 тысяч рублей, парни. Еще чуть-чуть, и мы сможем с вами открыть. Просто пиздец. Что вытворяет? Что вытворяет? У нас чипсами 25 сверху, плюс кейс за 20. Напомним, мы на... А. Нож оставляем. Плюс вот, пацаны. Приклеились. Перчатки. Перчатки, пожалуйста. Ебать! С первых двух окупились. С первых двух окупились. Чуваки, с двух столбиков вытаскиваем вкуснятину. Вы приколитесь? Вкусняшку вытащили с двух столбов. Каблуком поставь вкусняшку. 8200. Черный век. Ну все, не-не-не. Официально это самый лучший кейс, пацаны, на сайте Wildrop. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это грязь. Вот это грязюка. Вот это грязюка. Давайте прекратим весь этот мусор быстренько. 1700 рублей. Для нас уже мусор. Нет, конечно, парни, любая копейка для нас не мусор. Мы ценим денежки. Гадемчик. А подожди, что за пихал дорогого? А, убираем черный век, слишком дорого. 5600 контракт. Блин, ну капец, я максимально доволен. Я вообще доволен, отлично. Прям хорошо Wildrop себя показал. Давно на него не заходил, а зря, как оказалось. А как оказалось, конечно же, зря. Ач, 2400 тоже пойдет. Оп-оп-оп. Давайте, 17 тысяч рублей крафт, бля, пиздец. Начинали с 10 тысяч рублей на балике, плюс у нас сейчас... Ой, ужас, ужас, страшные суммы, страшные суммы, страшные. Это я все оставляю буду, это я все буду оставлять. Давайте, блин, пацаны, наверное, черный кейс не буду открывать, потому что один раз его открывал и прям в нулину слило. Боюсь, реально боюсь за деньги, сори, пацаны. Наверное, не буду оставлять. Если поставить там, давайте 300 лайков под этим роликом, я открою. Не... И сейчас побреет, сука. Сейчас побреет. Сейчас побреет, конечно, блин. Ладно. Так, биткоин. Не-не-не-не, это бритва, это бритва. Ну ничего, сейчас 600 из этого вам на розыгрыш выведем обязательно. Не-не-не, ай, на десятку. Хорошо. 200 рублей синий глянец. 200 рублей синий глянец стоит. Давно не видел ценки. 4000. 4800 год со наклейкой какая-то бриганская, ну ладно. Ач. 3800. Буц. 2800, хорошо. Подождите, я тут был по 90. Азимов, я хотел вам его на розыгрыш запихать. Походу нет. Ну ладно, ничего страшного. 3800, 1 из России. Оп, 11 тысяч рублей. Дай что-то хорошее. 1 из косарей до 20. Да ну нахуй, блядь, чуваки. 558 рублей. Блин, ну 2 ножа, 2 пары перчаток, это пиздец, пацаны. С 10 тысяч рублей. С 10 косарей, представьте, 1700. И это... 1200, такую наклейку хотим на розыгрыш или нет? Хотим, давайте на розыгрыш ее на розыгрыш, 100%, 100 из 100 на розыгрыш делаем. Апгрейдик еще, а, пацаны, я же вам еще на бонусы, смотрите, бонус перемешать, 20% это говно, скидка на кейс, да, по-моему? Фу, а, так балансу, фу, не-не-не. У нас 40% депозиту есть. И вводим мой промокодик, пацаны, он даст вам второй раз паркуй барбана, зап, который будет закреплен в комментарии. И промик на пополнение баланса тоже будет закреплен в комментарии. Также ссылка там будет. Все, переходите, играйте. Только не заигрывайтесь, пацаны. С холодной головой, как говорит там Майя, плюс 45%, это нам не надо. Короче, чуваки, сегодня получается мы забираем вам на розыгрыш наклейку Cloud9. Это просто жесть. Забираем две пары перчаток и два ножа общей стоимостью, чувачки, на секундочку. 55 тысяч рублей сегодня суммарно дропа с 10 косарей. Вернее, даже там чуть меньше, потому что промокодик я взял на плюс 40% пополнение баланса, который будет первым закреплен в комментарии. Чувачки, это жестко. Ставьте, короче, лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои креативные комментарии, чтобы выиграть розыгрыши. Ну а с вами был Заспа, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, всем пока-пока.